Православные отметили один из самых главных праздников – Рождество Христово. В ночь с 6 на 7 января во всех православных церквях и храмах прошли торжественные рождественские литургии. В сердцах людей духовное обновление и светлая радость. Рождество – это главное событие христианства. И есть лишь один праздник такого значения и такого же масштаба – это Пасха. В эти январские дни православный мир вспоминает события, когда в небольшом городке Вифлеем появился на свет Иисус Христос. По легенде, поклониться младенцу пришли пастухи, извещенные ангелом. О свершившемся чуде узнали волхвы по появлению на небе Вифлеемской звезды. Именно это событие символизирует рождественский вертеп, размещенный у входа в Преображенский собор. Сам храм пышно украшен к празднику. Помимо елей, зеленый цвет которых символизирует вечную жизнь, в убранстве белые цветы – символ чистоты. Священники в белом и золотом праздничном облачении. С наступлением Рождества у православных заканчивается строгий 40-дневный пост и начинаются святки – дни особой радости. Люди верующие славят приход в мир Спасителя. Святочные гуляния продлятся 12 дней до праздника Крещения Господня. Он отмечается 19 января.